Мы воспринимаем пожарных как таких отважных ребят, которые с легкостью и в огонь, и в воду, и даже медные трубы им нипочем. И главное, с такой легкостью они все это делают, ну подумаешь, забежать в противогазе на 10 этаж. В общем, сегодня я на своей шкуре узнаю, насколько тяжело быть пожарным, а главное, где предел пожаростойкости обычного человека. Самые невероятные эксперименты, инновационные открытия, тайны прошлого, загадки природы и пределы человеческих возможностей. Все это «Наука 2.0». Начнем, пожалуй, с экипировки. Максим, привет. Привет, Александр. Так, что по правилам надевают в первую очередь? Здесь мы видим сапоги, штаны боевой одежды, куртка специальным образом сложенная. А сапоги, они специально уже сразу в штаны вставлены? Да, это сделано с практической точки зрения, чтобы уменьшить время реагирования и сборов на пожарное, если поступает вызов. Сколько времени есть у пожарного для того, чтобы полностью облачиться? У пожарного по нормативам есть до 28 секунд, чтобы одеться. Да, это на троечку. На троечку, а на пятерочку? На пятерочку 21. 21. Итак, хорошо, начинаем мы с каски, правильно? Начинаем с каски, да. Здесь основной момент, что нам необходимо одеть каску так, чтобы здесь уже был застегнут. А то есть вы ее не расстегиваете, что ли? Нет, конечно, не расстегиваем. То есть мы придерживаем ее пальцами, одеваем. После этого мы должны одеть сапоги, одеваем штаны, обязательно одеваем лямки и одеваем куртку. Давай пока без норматива, да? Да, пока попробуем не спеша, вообще хотел бы все это надеть, да? Да, ну, в общем, пока я ковырялся, машина уже уехала. Машина уже уехала, уже, наверное, работает. И уже все потушил. Да. Так, ну что? Вот, все, полностью экипирован, готов работать. Работаем с тобой на таком типе аппаратов. Это аппараты на сжатом воздухе. Соответственно, здесь двухбаллонная конфигурация. Есть еще с одним баллоном. Я, в принципе, буду с одним баллоном. А вот. Я так, чтобы почувствовать на себе все прелести. Ты пойдешь со звеном, да. У всех ребят два баллона. Давайте уж три баллона сразу, что уж. Издеваться надо мной. Мы попозже оденем еще один такой же. Вперед, да? Запасной, как парашют. Та-дам! Как-то так, да? Ну что? На пожар уже можно ехать, нет? Но на пожар мы тебя не пустим. Специальный тренажерный комплекс у нас есть, имитирующий жилой дом, где можно выполнять всевозможные трюки, которые потом пригодятся в дальнейшей работе. Саша. Александр. Саша. Так, значит, Александр, в составе звена газдомзащитников. Сейчас необходимо будет тренировочное небольшое упражнение выполнить. Оно необходимо тебе для того, чтобы понять, каково это находиться в составе отделения. Ты пойдешь посередине, потому что первый и последний идут наиболее опытные сотрудники. Да? Ввиду того, что ты новичок и хочешь это все попробовать, ты как раз пойдешь между ними. Они тебя будут вести. Соответственно, твоя задача не потеряться и не потерять замыкающего третьего номера. И сейчас пока такое вводное упражнение, да, сейчас мы задымим там лабиринт. Нужно пройти по лабиринту, просто по рукаву. По лабиринту и все? Да. А это сложно, что ли? Ну, сейчас увидим. Да, пожалуйста. Я буду присутствовать все время. Все время, да. У меня вот будет тепловизор. Зачем? Чтобы увидеть все ваши действия в дыму. То есть там видимость нулевая, что ли? Видимость нулевая, да. А, вот оно в чем дело. Хорошо. Ну что? Одеваемся, идем. Приседаем. Идем друг за другом. Идем друг за другом. Противогаз держи просто и все, да. Все,
Все, вот, идем, идем, идем. Идем, друг друга не теряем из виду. По рукавной линии идем. Друг друга держим, контролируем. Я не могу и руками держаться, не ползти на четвереньках. Идем, как остановка, давай, давай, давай. Как тут место? Давай, 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 нормально, по рукаву идем. Труба, аккуратнее. Аккуратно, аккуратно. Аккуратно, Саша, аккуратно. Идем, идем. Идем дальше. Идем. Идем, идем. По рукаву, рукав из виду не теряю. Идем. Все. Здесь держишься ближе к левому краю. Здесь веревки зарядишь. Баллонами, баллонами сюда, в стенки, чтобы не цепляться. И друг друга контролируем. Идем за мной. Голову ниже. Баллонами прижимайся к стенке, баллонами. Прижался. И голову вниз поджимай. К полу. Рукавная линия, по рукавке иди, по рукавке. Нормально, нормально, нормально. Аккуратно, давай, давай. Не торопимся, не торопимся. Нормально, Саш, нормально. Иду, иду, нормально, все. Все, идем, идем, идем. Артем, Артема там жди, контролируй, как он там. Артем, идешь? Идем дальше. Все, выбираемся потихоньку из этого. Коридор, нормально. Так, все. Переворачивайся. Как самочувствие? Звено, как самочувствие? Все, идем дальше. Это было... Ну как? Ну очень сложно, потому что ты видишь вот буквально там на расстоянии вытянутой руки, но может быть чуть больше. Вот. И совершенно нету понимания пространства, в котором ты находишься. То есть ты видишь... Ну как в молоке. Раз. Да, а вот как это и куда это приведет, и что неожиданно вдруг ты начинаешь куда-то катиться вниз. Но здесь ситуация еще, здесь белый дым, да, это специально тренировочный белый дым. На пожаре он, скажем так, насыщенный черный, да, такой вот. С копотью такой. Такой вот вообще непроглядный. Сейчас у нас вторая часть упражнения, значит, поднимаемся через подъезд, условный подъезд, в квартиру. В квартире находится условно пострадавший манекен, которого необходимо спасти. Условно пострадавший манекен? Задача тут... достаточно простая на словах, но необходимо достаточно хороший уровень физической подготовки. Все как в жизни. Ну все как в жизни, да. Друг друга не теряем из виду. По стене вдоль капитальных стен продвигаемся. Не теряемся. Друг друга не теряем. Идем, идем. Так, ребята, вижу комнату, заходим. Заходим, ребята, заходим друг за дружкой. Так, это ванна у нас. Подожди, контролируем, смотрим. Никого пострадавших нету. Обязательно в ванну заглядываем. Все, выходим, выходим, нету. Звено выходим также. Держим друг друга. Все, давай я полетел, пойдем. Дальше идем. Друг друга держим, смотрим пострадавших. За диваном, в диване, в коляске нету никого. Аккуратно. Друг друга держим, держим, не теряемся. Так, идем дальше. Проверяем обстановку. По столам нету.
Чисто, дальше идем, дальше. Диван. Друг друга не теряем. Подожди. Идем дальше. Так, Зинов где? Артема нет. Идем дальше. Нет Артема. Ищем пострадавшего. Артема нет. Нет Артема. Погоди, я пострадавшего нашел. Так. Пострадавшего бери, иди. Саша. Куда ты ушел? Пойдем, говорю, пострадавшего я нашел. Пострадавшего, вот он лежит. Хватай его, бери, я тебе дорогу буду показывать. Бери, я рядом, давай, давай, пойдем, потихоньку. Идем, идем. Аккуратно, аккуратно. Так, за мной, иди сюда. Поворачивай. Все, давай, давай, давай. Еще немного, все. Аккуратно, пострадавший. Аккуратно, все. Выносим, 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 все. Все. Аккуратно, ложи, аккуратно. Знаете, в какой-то момент я думал, что выносить надо уже не пострадавшего, а меня. Фу. Да, ребят, это намного сложнее, чем кажется. Ну, это обычный, это обычный выезд. Обычный? Да, бывает тяжелее гораздо. Но если у вас так каждый день... Ну что, теперь меня ждет еще одно испытание, и оно будет даже посуровее, чем это. Сегодня меня ждет еще одно опасное испытание, которое пройдет здесь, на учебном полигоне 42-й части. Но только я немножко опаздываю на него. А вот и Александр. Странно, но я не удивлен. Доброе утро. Доброе. Уважаемые коллеги, сегодня мы проведем с вами тренировку. Тренировка будет рассчитана на психологическую подготовку спасателей при ведении аварийно-спасательных работ в зоне пожара. Основной задачей будет пройти полигон. Инструкторской группе прошу подготовиться. Дмитрий, Алексей и Александр будете в составе первого звена работать. Прошу одеть дыхательные аппараты. Ну что, коллеги, все готовы? Сначала мы проходим через горящую дверь. Прекрасно помним, да, как открывается дверь, из которой возможен выброс. Я не помню. Я расскажу. Значит, один человек из звена блокирует дверь на случай возможного выброса. Второй ее аккуратненько открывает, присев. Смотрит, что происходит внутри. Далее, помним, внутри у нас будет горящая газовая труба и горящая лестница. В принципе, ничего страшного и сильно нового ни для кого не будет. Все это когда-то вы видели в жизни, да? Я не видел. Никогда вы не видели горящую дверь, Александр? Ну, значит, сегодня вы ее увидите. Заходит.
Надо температурку увеличить. Что-то они долговато там. Да им там уютно и тепло. О! Ну, делись впечатлениями. Жарко. Очень жарко. Реально страшно. И согрелся я очень хорошо сейчас. По крайней мере, хоть какой-то плюс. Но теперь я себя чувствую, честно скажу, намного увереннее, потому что на собственном опыте убедился, что одежда и вся эта экипировка действительно работает и помогает защититься от экстремально высоких температур. Осталось, ну что, наверное, теперь уже почувствовать, что такое реальный выезд на настоящий пожар. Намек я понял.